Сейчас, друзья, я хотя уже тему вроде бы закончил под названием вишни войлочные, так черешни. И вот я сейчас покажу вам такой фрукт, который невозможно понять, вишня, черешня или что это. Смотрите на лист. Видели? Так, и рядом лист. Давайте сравнивать. Вот. Сравниваем. Лист два раза крупнее, если не в три раза. Согласны? Вот. Вот. Или вот с этим листом. Давайте сравнивать. Солнце мешает. Жалко. Вот. Или вот так вот показать. Видели так? Ой, нет, это она же. Смотрите сюда. Сейчас я вас начну удивлять. Вот это вот вишня. Спору никакого. Вот это вот вишня. Вот. И вот эта вишня, вот она, два раза мельче и намного отстала в созревании. Вот такая вещь. Получилось у меня это дерево вообще улучшено. Вот, это была обычная, это самая штамповая вишня. Вот посмотрите на нее. Я хочу, чтобы с ней ближе познакомить. Следов прививки нет, она не прививалась. Я имею в виду, там у земли, как обычно. А вот здесь вот, скелет. Были привиты три сорта вишни, три сорта черешни. Прошло время, и все они погибли. Увы, зато теперь... Нет, две погибли. Тут, если поискать, можно следы найти. И третья стала вишней, но какой? С особыми отличиями. Я это называю вегетативный гибрид. Смотри сюда. Вот прививка. Еще раз, штамп, ниже следов прививки нет. Вот здесь вот, видите, были привиты черешни, они погибли. Так, третья черешня выжила. Вот она. О, я получил не черешню, а вишню. Смотрите, вот она. Так, вот она. И опять возвращаюсь, круг замкнулся, там, где самые лучшие грозди висят. Вот она, видите. Она очень крупная. Посмотрите, я сейчас приставлю ладонь. Вы сейчас убедитесь, насколько она крупная. Вот, она фактически не уступает вишне южной. Если уступает по размеру, то немного. Вот еще. Вот теперь вкус какой. Ну как на ваших глазах ее съесть? Съел. Выплюнул. И со сладкой съедобная. Сибиряки ели бы ее горстями. Кроме тех, как у меня повышенная кислотность желудка. Та, которая настоящая вишня, она, я называю, улучшенной. У нее бродят внутри, хотел сказать, гормоны, гены черешни. А вот эта черешня, переделанная вишня. И как жаль, вот сейчас бы, вот сегодня бы, еще день-два. В общем-то, мне ее надо снимать. Она поспела, перезрела. А на следующий за черешня, когда вишня, вот смотрите, видите, когда вишня пойдет гораздо позже. Вот такие дела. Я все это объясняю, чтобы вы поняли, что если взять эту веточку, а вот они, видите, верхушечные, тут пару прививок можно сделать. А потом опять начнется пробуждение черешни, там уже по Менделю, а нет, Мендель может спать спокойно и не обижаться. Дело в том, что это не семенное размножение, это вегетативное. Здесь уже законы Менделя не действуют. А по Менделю это сказал. Так, вырвалось по Фрейду. Итак, значит, впереди должна быть большая работа. Вопрос в другом. Кто эту красоту зафиксирует? Вот эти роскошнейшие вишни. А, и теперь я с вами пойду посмотреть, где моя образцовая вишня, которую я привез с Украины. Пойдемте-ка со мной. Кстати, идем мимо дерева. Жду плодоношения, до сих пор понять не могу. Груша или яблоня? Ну вот крыша есть. Это ладно, это я вас тоже. А может быть, мы еще не последний год с вами будем сотрудничать в плане, что я показывать, а вы смотреть и делать выводы. Так, вот смотрите. Сейчас вот перед вами вишня степная. Так. Мы еще поговорим о ней. Вот-вот дозреет.
А вот верхний ярус, это там за ней, большая-большая вишня. Вот это натуральная вишня, я привез с юга Украины под названием Жуковская. И вторая у меня Владимирская. Вот она, видите, она тоже еще не созрела. Ну вот они, кроны сомкнулись. Еще раз, вишня Жуковская. Ох, какая она будет. Вкусная. Ну заметили, какая разница между этой и той? Потому что та переделана черешня, еще раз говорю, значит, поспеть обязана была раньше. И поспела раньше. А вот это было уже Владимирская, но настоящая, не чисто культурная, так? И что интересно, привита она у меня была на... О, все, замолкаю. Впереди серьезный большой разговор, а я его все время жду, когда же вы поспеете, чтобы показать эту вишню во всей красе. Ну все, значит, еще раз, можете меня поздравить. В прошлом году я фотографии делал, там было сперва, они желтели, а потом уже краснели и темнели. А вот то, что я показывал вот перед этим, мне надо обозвать как-то. Ну, еще подумаю. Так, и надо ее обозвать. И вот он перед вами, еще один вегетативный гибрид. 100% вегетативный гибрид, которых не бывает и быть не может. Вот. И как я уже 12 раз говорю, я иногда люблю так сказать или написать в скобках. Хохот в академическом зале. То, что вы видели, вам приснилось. Это не я, и съемка не моя, и деревья не мои. Вот, и вообще это в Крыму. Ай, какой там Крыму? Я ж Крыму-то не был 39 лет. Ну ладно, все, друзья. Хватит шутить, дело серьезное. Поздравьте меня с новым вегетативным гибридом. Вот. Придется, наверное, дать ему свою фамилию. Сегодня, друзья, у нас 17 июля. Вот, вот это вот улучшенная вишня, благодаря благодаря черешневым прививкам, продолжает улучшаться, и мы ее попробуем, но где-то через месяц, уж больно долго она зреет. А теперь, повторяю, прошло несколько дней после той съемки, и вот она, небольшой урожай. Вот он. Вот он, вот он, вот он. Смотрите на это чудо. Вот на это чудо. Так. И остатки еще пока на... Вот они, это я сейчас последнее соберу. Соберу. Так. Соберу последнее. И отправлю Юрию Васильевичу Путинкова. Посмотрите, никогда до поздней осени птицы не ели, не жрали мои вишни. Сильно кисловатые, сами понимаете. А вот это вот, что вот эта особая ветка с этими вишнями. Вот они, эти вишни получились чисто южные. Причем, о чудо, это переделанная черешня. Вот я, кстати, и искалеченная укупала. И вот, видите, это то, что птицы мне оставили, но наставили на развод. Вот. Вот это, кстати, обратите внимание. О, как здорово видно. Посмотрите, вот здесь была нанесена дереву травма, да? Здесь была срезана веточка на прививку. Вот, и эта рана сразу заросла комедию под народным живицей. Вот, страшное заблуждение, когда эту живицу надо вырезать с мясом, а рану замазать, затравить и замазать. Вот, страшное заблуждение, страшнючее, страшнейшее. У нас вся Россия, все российское садоводство основано на этих дичайших заблуждениях. Вот, это, видите, попалось мне под руку, или как сказать, вот это вот кометь. Я вам показал во всей красе. Она залечила, вот показываю еще раз. Она залечила страшную рану. Вот, теперь раны нет. А теперь нам советуют ее сделать. Ладно, продолжаю съем. Отсюда кидаю ведро. Вот, им цены нет этим. Вот. Это чудо из чудес. Это
настоящий вегетативный, вот это немножко недоспело, вот это переспело, настоящий вегетативный гибрид, переделанная, ну как ее сказать, вишня-черешня или черешня-вишня. Вот сейчас я продолжаю собирать, цены нет, поэтому если я где уронил, я обязательно подниму, потому что этим кочкам цены нет. Это ветка переделанная, не дерево, но ветка. Одна на всю планету. Роскошные вишни. Сладкие практически. Нет, кисло-сладкие, но абсолютно съедобные. И мы с их помощью должны сибирское садоводство продвинуть и глубже, и дальше. Наука, ау. Интересно, когда кончится мое затворничество. Вот. Когда прекратится абсолютное невежество, вот, которое выражается в том, что считается, что здесь ничего расти не может. Кстати, издаля показываю вот этот абрикос. Знаете, какие чудеса бывают? Вот. Просто он начал желтеть, поэтому я чуть раньше покажу обычно. Это манжурский абрикос гибридный. Он очень вкусный, вы не знаете, какое качество. Главное, я так и пишу, когда кошки рассылаю. Абрикос манжурский скороплодный. Он второй год заложил цветы и с тех пор плодоносит с третьего года. А сейчас он уже вот такой, да? А дальше-то что? Кошки рассылаю в надежде, что многих он тоже повторит эти качества. Ведь многие же боятся, что и не хотят заниматься абрикосом, еще уже по той причине, что убедили людей, что очень долго ждать. Ну вот, сравнили мы, да? Вот когда еще будут вишни, а вот они уже готовы. И вот это вот, я последний черешню снимал числа 10, а сегодня 17, уже снял переспелые вишни. В них, еще раз говорю, так рано вишни не могут быть. Вот, а причина такое раннее поспевание из-за того, что у нас... У меня получился вегетативный гибрид. Здесь бродят самые настоящие черешневые гены. Вот, ну еще раз любуемся, потому что мы их съедим ради косточек. Они перезрели так, что уже часть, видите, часть уже птицы съели. Вот, видите, это птицы. Ну что, поразил я вас. Вот это пока весь урожай. Половина идет Кладенкова, вторая половина не знаю. А вот еще какого-то чуда жду. Дело в том, что Юрий Алексеевич, вот, лучший садовод-любитель Урала, его окрестности, так назовем, вот, он заказал мне все лучшее, и все именно гибридное, и все именно вегетативно гибридное. Дело в том, что я семенными не занимаюсь, они у меня, правда, сами получаются, но акцент все-таки сделан на привитых. Вот. Но переделка по моим условиям, которые я создал специально, это не тема сегодняшнего разговора, и вот эти вегетативные гибриды, то есть когда не в папу и не в маму, вот как здесь, да? И не черешня, и не та вишня, что созреет только через месяц. Вот. Это, то есть, как бы сказать, они у меня как горячие пирожки. Сколько хочу, столько и будет. Вот. Науку научить? Пожалуйста, научу. Самое главное, не брезгуйте нами, не это самое. Мне кажется, дело даже не в этом. Дело в том, что такое впечатление, что науки вообще уже нету. Вот, потому что она должна начинаться с новых людей, у которых горят глаза.